Так, хочу показать еще одну посылочку с AliExpress. Значит, это часики. Они были запакованы только вот в такую пленочку. Очень хорошо были запакованы. Это сыну мы купили. Он такого плана хотел. Water resist. Water resist 5 атмосфер написано. Сейчас покажу. Вот значочек 5 атмосфер. Скмей, наверное, называются. Так вот они сделаны, такие довольно большие, красивые. Подсветочка у них есть. Вот такая вот синенькая в темноте. Вот она синенькая в темноте. Вот эти желтые стрелочки. И вот белая чуть светится. В общем, в полутьме стрелочки светятся. Здесь вот такая застежка. Значит, бирка. Застежка неодинарная, вот с такими двумя дырочками. Кстати, это очень удобно. Вот написано, что они ударопрочные. Мы, конечно, не будем испытывать. Инструкция дана, инструкция на английском языке. Вот, instruction. Все здесь написано, в принципе, понятно. Кто знает английский, тем более. Вот, ну, тут просто показано, какие кнопочки и для чего они, для чего нужны эти кнопочки. Нажимать и на китайском языке. На других языках нету, только на китайском и на английском. Ну, вот такие вот часики. У Дани были до этого тоже часы, но не с AliExpress, а другие вот такие вот. Но они были чуть-чуть похуже, чем вот эти идут. У них водная защита была. Слабенькая, только от дождя там все. Я даже не знаю, сейчас посмотрю. Что здесь написано? Здесь да. Water resistant, вот VR циферки. И написано 30 метров. А 30 метров это где-то 3 атмосферы. Это мало. Это на самом деле. Не надо было в них лезть в воду, надо, можно было просто, если вот дождик попал, снег. Тут уже 5 атмосфер, в принципе, вот эти позиционируются, что их можно уже мочить, потому что это 30 атмосфер, это считается так, просто намочится себя от дождя, снега, 50 уже можно не ныряя, просто намочить, поплавать, но не нырять. Вот, в общем, вот такие вот часики, стоили они что-то 500-600 рублей. Точно 600. Сейчас не скажу, но если что, оставлю ссылочку внизу.